Министерством совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в течение 2011-2012 годов и в текущем году разработаны типовые проекты водно-спасательной станции 1, 2, 3 и центрального разряда для водно-спасательных служб. Со следующего года, с 2014 года, планируется строительство уже типовых проектов для водно-спасательных служб. В данных проектах предусмотрены все необходимые помещения для несения оперативного дежурства, для наблюдения за водной акваторией вблизи станции, для хранения плавсредств, специализированной авто- и спасательной техники. То есть будут созданы все условия для личного состава спасательных подразделений в соответствии с современными требованиями. У нас сейчас необходимо 41 строительство есть. Мы на следующий год планируем 2 построить. Первого разряда будет в Боровом запланировано, в Боровской зоне, Мангыстау, ну и в Копчегаеве уже следующая очередь. Вот, или Мангыстау, или Копчегаев у нас займет следующая очередность. Центральный уже на 16-17 годы. Ну, поверьте мне, первого разряда ничем не хуже. Центральный отличается от первого тем, что здесь еще присутствует аппарат управления водно-спасательной службы, а в первом разряде просто дежурные подразделения, оперативные подразделения водно-спасательной службы, которые несут ответственность за акваторию, где расположены.